Привет, ребята! Сегодня будем подбирать образ для вот этой девочки, моей новой куколки Барби Йоги, которую я уже показывала в своих предыдущих видео. И вот у меня так загорелось, что я хочу поменять ей имидж немножечко. И поэтому я подобрала несколько вариантов, а именно 6. И хочу узнать ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. В общем, вперед! Ребят, первый аутфит хочу попробовать вот эту вот толстовочку, худи точнее, от рыженького БМРовца. И штанишки, ну не штанишки, а шортики, велосипедки от БМРовской куколки, азиаточки. И вот такую вот обувь, это уже типа кроссовочек. Они были, по-моему, в каком-то из фэшн-пэков. Вот такой аутфит. Вот такой вот, ребят, первый образ нашей девочки. Я ей уже распустила волосы. Она такая интересная стала. Мне кажется, ей даже больше идет с распущенными волосами. Красотулечка. Так, с капюшончиком. Ребят, следующий аутфит номер 2, образ номер 2, платьишко, которое я сделала сама, и чулочки, а также вот такие вот сандалики, можно сказать, да, сандалики из фэшн-пэка, и вот такая вот сумочка от одной из Барби Экстра, помните такую, наверное, попробуем. Вот, ребята, образ номер 2. В легком платьице и в чулочках нашей девочки в розовом цвете. Вот в таких вот сандаликах. Мне кажется, очень даже интересный такой образ получается. Она в нем такая нежная, красивая. Как думаете? Это платьице и чулочки я сделала сама. Это достаточно несложно. Следующий образ, это тоже, так сказать, мое творение, платьице и колготки, а также вот такие вот туфли от Наташи Водяновой, то есть от куколки от этой, с сумочкой из, по-моему, она шла в наборе с куколкой Curvy, как дополнительный аксессуар, Это третий образ на куколке. Как вам, ребят? Мне кажется, она очень даже интересно выглядит.
черно-белая такая гамма создает классный такой эффект, потому что она сама по себе смугленькая, и мне кажется, ей очень даже классно. Сумочка белая, в принципе, белая подходит практически ко всему. Туфли черные, поэтому ноги кажутся бесконечными. Ребята, образ номер 4. Это более такой тепленький образ. Это тоже я сделала сама. Такую кофточку с длинными рукавами достаточно. И штанишки. Плюс такие вот, ну, типа конверсы, что-то типа того. В общем, спортивная обувь белого цвета. Я думаю, в принципе, должно вместе хорошо смотреться. Посмотрим. Это образ номер 4. Вот, ребят, наш образ номер 4. Куколка переодета в теплый костюмчик, который я сделала сама. Из носочка, достаточно просто. И обыкновенные конверсы белого цвета. Под цвет подходит, потому что на костюмчике есть белые полосочки. Поэтому очень даже прикольно смотрится. Что скажете, ребят? Следующий образ, образ номер 4, более спортивный такой образ. БМРовская, топ как бы БМРовской куколки, той самой, которая была в панамочке. Топ, то есть вся верхняя часть маечка, плюс вот эта вот сетчатая тоже кофточка. Штанишки ее собственные, спортивные. Обувь от футболисток. И сумочка от BMR, поясная. Ребят, пятый образ, спортивный образ нашей девочки. Она у нас спортсменка, поэтому, в принципе, ей такой образ очень даже подходит. Мне кажется, классно вообще вот с такой футболкой длинной смотрятся ее штанишки. Даже лучше, чем с короткой. Она такая прикольная. Что скажете? Ну и, ребят, последний на сегодня образ. Я думаю, хватит нам 6. Шестой образ, который я решила сделать вот такой, немножечко тепленький, с шубкой от Наташи Водяновой, которую она у меня не носит сейчас. Сделала я сама этот комбинезончик без лямочек и кроссовочки от БМРовки с косичками. Сумочка от Барби
И это Барби Стайл, самая первая моя Барби. На нее, кстати, есть видео на моем канале. Сейчас посмотрим, как будет смотреться. Итак, ребят, шестой образ, последний на сегодня. Вот такой вот получился. В шубке наша девочка, а также в черном комбинезоне. Он не имеет лямочек, но он достаточно плотненький, чтобы держаться на груди. Сумочка, как я уже говорила, от Barbie Style, моей самой первой куколки Барби. И обувь от куколки с косичками BMR 1959. Что скажете? Как вам этот образ? Мне кажется, очень даже милая. Вот и все, ребят, на сегодня. Пишите свое мнение, какой из образов вам понравился больше. А их номера я напишу сейчас в конце, чтобы вам было удобнее выбирать. Мне очень интересно, какой вам больше всего понравился. Мне нравятся все. Я еще сама, честно говоря, не решила. Наверное, после выхода видео решу, что конкретно останется на моей девочке. Ну все, ребят, хорошего вам дня, классного настроения. И скоро увидимся. Пока-пока. Вот, ребят, все 6 образов, которые я вам сегодня показала. Значит, первый образ. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Напишите свое мнение, какой из образов вам нравится больше. Мне очень интересно.